Здорово, пчаны, еще раз. Не знаю, как там звук у игры DayZ. Но сейчас я продолжу играть. Хочу где-то серии, может быть, пару десятков тысяч выложить на канал. За месяца два хочу побить рекорды. У меня давно было это в планах. Кстати, пчаны, зацените. Мы остались прямо на том месте, а вот все, UI конча. Я скончался. Я надеюсь, мне не заставят новую версию покупать. Ну, не новую версию, а еще раз дози, типа, моя версия уже истощилась. Потому что главный герой погиб. Слушайте, а прикиньте, если. Если бы реально такую фичу в одной игре попытались бы реализовать, ой, тогда бы мясо, блядь, было. Мне кажется, вот там как раз-таки выживет сильнейший. Конфигурация, перезапуск, U-talking. И чё мне нажимать-то? Очень странно как-то. Вид на право Enter менять. Блять, у меня тут не вид, у меня полная жопа. You kill. Хы. Слушайте, неужели мое предсказание сбывается? Ладно, окей. Персонаж, видите, свидел. Я попробую кого-нибудь другого. Назначить по... Штаны, ну, я считаю, это не очень важно, потому что прохожие люди не будут смотреть на одежду. Как-никак, это игра, и тут пословица не подходит, встречает по одежке. Играть вот какой-то. 34-40. Будем надеяться... Я выжил. О, я резнулся. А, супер. Смотрите, в другом месте. По-моему, эту железную дорогу я видел уже где-то. Здравствуйте, дорогие подписчики. А, телезрители. I will drink some tint. Тестинг 1, 2, 3. Ой, уже темнеет. Ух ты. Ух ты. Что здесь? Это зомби? Нет, лицо не зомби. Мне кажется, его тут ёбнули. А как? Как его инвентарь-то открыть? Что у меня там было? F-то. О, фонарик. Я жид. Окружение. Стойте. А где мой инвентарь? По идее, как слева. Ну-ка. Закрываем. Блять. Два фонарика возьму. Я возьму еще колготки. И они перекидываются. А, ну можно поменять. Преобразовалась, только вот левая нога у меня почему-то сместилась. Теперь стопа не отвечает за мою ногу. Ну, это, собственно, альфа-тест. Даже кроссы Adidas могут летать по полю. Это я давно знал из фильма Вий. Плюс мои джинсы все в дерьме. Они, по-моему, с трупака были сняты, да? Или не с трупака? Я должен... Это что? Почему это мыльцо какое-то? Это зомби или кто? Слушайте, там два каких-то шахида, блядь!
Вам пизда, суки. Нагнал, блядь. Курнуть, наверное, ушли, блядь, студенты. Дорога помянули, да? Хуй вам, а не дорога. Слушайте, может они... Может это лаг какой-то? Потому что пацаны-то не умирают. Они фа... Эти пидоры фанер спиздили. Ах вы суки. Ах вы пидоры. Бомжей грабите. Мне кажется, у них тут какой-то переполох произошел между... Ну, между этой компанией четырех человек. Одного загандошили тут. Второго здесь. Это МБ-2 людоеда остались. И они уже не знают, что делать, потому что те два мертвяка, они ведь их тоже закорябали, вон видите, истекает кровью. Лохи, блядь. Получайте. Получай в репу свою плоскую. А, клуша, баклуша, брюнетская шлюша. Хочешь, спинку помассирую тебе на... Что они не подыхают. Может быть, это так и должны? А, реально какое-то мыльцо. Я не сразу разглядел этих товарищей. Вон, видите? Вдаль, когда смотришь, пиздец, мыло. Это как будто... ну вот, купите... Не знаю, или если у вас есть сестра, наверняка она имеет фотоаппарат, какая-нибудь Марк Третий, тупая пизда. Спиздите мне и фокус сделайте на близкое расстояние, то есть, чтобы дальний план был размылен. Вот такая же херня здесь. Конечно, не жестко, не жесткое мыло тут, но неприятно глазам, очень неприятно. Чтобы отдавать 10 тысяч, ой, вот, блядь, 1000 рублей за игру такого вот типа жатия из теста, да? То, блядь, надо миллион раз подумать. Ну, поговаривают, когда выйдет уже хотя бы бета, не альфа, как сейчас, а там бета, более-менее еще не там. Подприкрутит, поднахуячит. Возможно, DayZ будет стоить там 1500 рублей. Может ведь быть такое. О, господи. Даже на этой охуевшей бочке стоп-хам написано. Как же вы заебали? Я не любитель автомобилистов, но и не поддерживаю деятельность стоп-хам. Бензин обычно перевозят в такой вот хуете. Или масло какое-нибудь. В основном на боку этой бочонки должны быть написано огнеопасно, все дела, блядь. Не курить. Кто закурит, тому пизда, бля. Ашхаба. У меня глюки или что? Стойте. Я бухал 31 на 1, но в течение было получено сообщение. Пачаны, что это за говно? Почему? Стойте. Какого хуя? Из моего бывшего персонажа вытекает столько крови и тич, пацаны, они тоже были на меня похожи, на моего бывшего персонажа. Сейчас-то я китаян? Или что, получается, поменял пол, и твое бывшее я будет тебе преследовать всю жизнь в таком вот виде? Слушайте, это охуенный сценарий для нового моего фильма. В будущем, безусловно. Виджелинт меняет пол, и Виджелинт Топ Геймер все время охотится за Виджелинт Трансвеститом. Как он? А? Ёбана в рот.
Икросы. Он босиком. По чем ты че? В течение 76 не было получено сообщение. Какое сообщение? Почему в правом там немного вли... Ай, вы поняли, кандалы какие-то. Вот они. Соединение серообразуемое. Ах, бля, печаль. Зайдем в следующую. МБ это так серв глючит, что можно сойти с ума. Вот я у дерева. О, как мне плохо. Где я? Где я? Это я сейчас попытался изобразить майнкрафтеров, которые делают там всякие сериалы, блять, по Майнкрафт. О, где я? Что за хуйня? Почему тут рыжие головы на деревьях? О, господи, сейчас же зима. Да. Опять эта кандала разорвана. Абсерв лагает, потому что интернет у меня в норме. В чат никто не флудит. Где мамаёба, бля? Неужели никто в Lineage 2 не играл? Вы вспомните? Да, как я говорил, это остров. Вон, видим. Там Волга. Вот она. Волга. Вологда, где, где? Волга, Волга. Раньше на Волгах генералов возили. Сейчас шлюх. Не то время, как говорил товарищ Сталин. Ой, я что-то нашел. Бля, честное слово, извлекая, я думал, это пещера какая-то. МБ бонус какой-нибудь вытащу. Я всегда любил заходить в самую жопу вообще игры и мечтал найти что-нибудь такое, что меня осчастливит. Но я натыкался только на одно, на тупик ебаный. И мне приходилось, конечно же, возвращаться. Особенно это было заебисто в каком-нибудь там Скайриме, Моровинде, Обливионе, где поистине локации просто баснословно огромные. Ну и пещеры. Зашел в пещеру. Вглубь уже углубился. Там, блядь, 20 переходов где-то ты сделал. А потом смотришь, все. Полностью обследовал. И ничего не нашел. Никаких реликвий. Никаких там сундуков стоящих. Одни скелеты анорексички. Слушай, ты, это что-то мне знакомое. В каком-то из видео, я смотрел видео по DayZ, по этому DayZ, и там подчас заходил в такую же будку. Один в один, или эти будки вообще по всей территории DayZ расставлены. Либо это та же самая будка. Ах, ну-ка, стекла разбиваются. Да, бьются, видите. Можно и кассовый аппарат. Сейчас деньги вытащу. Позвоню маме. Пускай вертолет пришлет. А, кстати, тут можно вертолет вызвать, кто не знал. Но если у вас есть друзья на вертолете. А, техника тут имеется, но бля, на технике гонять опасно. Потому что отморозков типа меня дохуя. Прикиньте, вы едете там на джипе, сверху у вас пулемет, ну на, за пулеметом ваш кореш, пасечник. И тут выбегает какой-то, блядь, ненормальный. С голыми руками. Дай вас порву, блядь. Вот, как я и говорил. Легко отличить мужчину от женщины. Стоит только посмотреть, что ниже пояса. Если есть выпуклости, то мужичок.
Ну, у мальчиков не всегда. Хотя у меня выпуклость была огромная. Я рос не по годам, а по секундам. Иногда мне даже приходилось надевать шаровары эти огромные. Да, было очень неудобно на людях, потому что я сам не любил такой одежды, когда все проветривалось. Ну, большинство думало, что у меня проветривается. Но на самом деле один огромный агрегат занимал все пространство. Так что ничего там не проветрилось. Не проветривалось. Это что у нас тут? Хуета какая, поездов мы. Тут дальнего следования, да? Или электрички кто-то ходит. Я же не железнодорожник, чтобы различать, причем. Возможно, есть какие-то отличия. Там рельсы шире или меньше этих деревяшек положено на метр. Он завод имени Калашникова. Пойдемте помянем. Сейчас я отопью. Хорошо. Заебись. Супер. Мне кажется, лимит нужно было сделать не 40 человек, а примерно соточку. Вот 100 человек это весело. Неужели они не могут взять серваки, достойные в аренду, арендовать? Дата-центр или что там? Я в этой хуйне не очень шарю. Ну а по сути, а что еще может влиять? О, что-то нашел. Неюзабельно. Так, о, кассета какая-то. Возьму ее. Ебать, ящики пустые. Где абхазские мандарины? Новый год же. В этот дом нельзя зайти, нельзя. А нет, в дом-то можно зайти, но вот... Да, лестница времен, наверное, Resident Evil 1. Пистос. А бинокль у меня есть? Бинокль. А как фонарик-то оборудовать? Так. Так, какой-то диск, батарейки еще. Достал я только фонарик. Блин, пока мы достанем это летающий елдон. Подождите, где? Это шутка такая, да? Окей, я люблю шутки. О, сейчас. Вау. Да нихуя у тебя барабанные перепоночки. Вот мне не весело, пацаны. 2014 год на дворе. Такой продукт. Да, альфа-тест, я понимаю, но блять. Это все лень. Это лень разработчиков. Мне кажется. Это можно было давным-давно уже выпустить. Ну, они свои причины, наверное, имеют на это. You are dead. Мне всего лишь пару десятков лет, и я нихуя не дед. О, господи, перезапуск. Please fight. Пожалуйста, подождите. Кто не знает английского.
Ну и сколько ждать? You are dead. Блять! Ладно, ждите следующий выпуск. Потому что, судя по всему, я уже не смогу за японку свою играть.